А я уже пригласил. Тебя уже третий раз приглашаю. Ладно, еще раз. Вот так. Видно? Окей. Не, ну, я понимаю, конечно, то, что тебя задрали читеры, и хотел ты это им преподать урока там. Ну, да, понимаю там. Но против друзей это тоже как бы это. Ну, а если особенно достал, можно, в принципе, использовать, я не запрещаю. Еще посмотрим. Да, я... А чё мне офигеть-то? Да, погнали. Че ты думал? Только я скинчик себе опять поменял. Не буду со старым ходить-то. Кстати, может быть, я и имя поменяю. Ну, точнее, не Пахомов Сергей, а просто Сергей. Не, а чё ты моего имени не знаешь? Ну, ладно. Особенно привык меня называть Серый. Я бываю. Да. Давай говори, что ты там говорил? Угу. А ты свой голос не включишь? Да. Ну да. Окей. Кстати, помнишь, когда ты высылал видео в пятницу 13, когда я еще с это панком встретился? Ах, у меня, наверное, писклявый голос на твоем фоне выглядит. Нет, просто на видео послушал, у меня такой этот голос. Почему-то обычно ты загружаешься нормально, как всегда, а сейчас как-то вообще. Окей. Дай угадаю. Лодинг. Понятно. Ну, иногда бывает, да. Не, ну если честно, реально это мини-читы такие. На жизнь на X, на вырезанного. Не, ну все-таки ты понимаешь то, что если ты станешь реально читером, там тебе не только будет даже скины, но и... Ну, понимаешь. Скорпион присоединился. Вот это пинг, вот это я понимаю. О, здрасте.
Find them, Jason. Make them pay for what they did to us. У меня там обычный топор лежит, я чё думаю. А знаешь, почему синий? А ты видел же на обновление бет уже? А там же железные вещи, как бы, предметы. Ну а ты увидел комментарий, который я написал? Ну да. А еще один комментарий, который я написал вчера. А я вот в самом, ну как бы недавнем видео, которое про пятницу снималось. Я написал тебе, Скорпион, я завтра, может быть, поиграю подольше. А давай попробуем с тебя маску снять. Мачете есть? Еще фаербол. Ну, тогда лети ко мне в главный дом. Стоп, тут, по-моему, еще должен быть рубль, но его здесь нету. Ну ладно. Не, скажи, что я самый спокойный просто. Тут еще одно мачете, если не сработает. У тебя четвертая. У тебя четвертая способность зарядилась. Или третья? А, третья способность зарядилась. А помнишь, как я тебе тренажа всадил? Окей, ща подожди, хек. Мне последний ящик. Карта. Ну почему везде карта, алё? Короче, я бегу ща. Тут еще запасная мачете есть. Мачете самое хорошее оружие, чтобы снять маску. Где ты тут? Где ты бегаешь? А. Тут дверь выломана. Это ты выломан. Где-то наверху? А, вижу тебя. Ну давай. Обязательно все окна ломать? Окей. Я редко можно и фарго... Фаербол можно снять, это очень редко. Готов? Раз. Окей. Все, готов? А, я опять не могу. Что за фигня? Я не могу опять. Может, батарейки поменять? Мам. Сек, я сейчас отойду.